Новый законопроект о мирных собраниях так и не принят сегодня. Сенаторы отправили его на доработку мажилисменам. Депутаты Верхней палаты парламента высказали несколько предложений. Каждое аргументировали. Что конкретно не устраивает сенаторов, расскажет Ирина Панфилова. Законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний, пожалуй, один из самых обсуждаемых документов этого года. Наконец, он дошел до Сената, но принимать его депутаты не спешили. Более того, детально изучив, унесли 16 предложений по 6 статьям законопроекта. Исключается обязанность организатора мирных собраний требовать от участников не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и иные средства, препятствующие распознанию лица. При этом предлагается закрепить право организаторов и участников мирного собрания использовать средства индивидуальной защиты, направленные на охрану здоровья, например, медицинские маски. Не меньше 3 специализированных мест необходимо выделить для организации проведения пикетов, собраний или митингов в центре районов и городов республиканского значения, считают сенаторы. Что касается проведения мирных собраний, депутаты предложили сократить перечень отказов с 13 до 10. Возврат сенатам законопроекта, во-первых, говорит о том, что мы на деле идем к философии слышащего государства. Во-вторых, возражения депутатов Сената, они в принципе логичны. То есть можно говорить о том, что этот закон и дальше будет либерализован, и дальше будет идти по тому пути, чтобы этот закон был удобным для использования нашими гражданами. Впрочем, вопросы у сенаторов возникли не только по статьям законопроекта, но и по лингвистике. Не устроило качество перевода официальных документов на государственный язык. Выявили свыше 420 ошибок. Все недочеты предстоит исправить. Несомненно, законопроект окажет положительное влияние на развитие нашей страны. У нас также есть все основания говорить, что он является конкретным шагом к дальнейшему развитию политического процесса, обеспечению прав человека и демократии. Поэтому мы надеемся, что законопроект послужит стране. Законопроект о мирных собраниях вернули назад мажилисменам, его будут дорабатывать. По словам экспертов, после принятия документ позволит планомерно развивать политическую систему страны и повышать политическую культуру граждан. Ирина Панфилова, Хабар 24.